Ректор КФУ Ильшат Гафуров выступил с докладом на торжественном заседании Госсовета Республики. На правах председателя Совета ректоров Татарстана он акцентировал внимание слушателей на роли в истории ТАССР высшей школы и ее флагмана Казанского университета. Еще на заре формирования республики в ответ на стремление трудящейся молодежи получить высшее образование в университете был открыт рабочий факультет, который на протяжении 20 лет занимался массовой подготовкой национальных кадров. Казанский университет стал настоящей колыбелью высшей школы Татарстана, щедро предоставив свой материально-технический и кадровый потенциал в качестве основы для учреждения новых самостоятельных профильных вузов. Так, в 1930 году из состава университета выделили Казанский медицинский университет. Летом 1931 на базе факультета советского строительства и права были образованы Казанский финансово-экономический и Казанский юридический институты. В 1931-1932 годах был учрежден Казанский авиационный институт на базе аэродинамического отделения нашего университета. Ректор подчеркнул особую роль ученых и врачей, самоотверженно работавших в лабораториях и эвакогоспиталях Казани в годы Великой Отечественной войны. В 1941 году в Казань вернулся великий советский хирург, выпускник и профессор Казанского университета Александр Васильевич Вишневский. Множество жизней были спасены его руками, но еще сотни тысяч были спасены благодаря его масляно-бальзамическим повязкам и новокаиновой блокаде, которую он разработал в университете. Университетские химики под руководством Александра Арбузова в годы Великой Отечественной войны проводили исследования, которые дали возможность улучшить качество и морозостойкость синтетического каучука. Был разработан новый метод получения исходных продуктов для синтеза разнообразных пластмасс. В докладе ректор коснулся жизни вузов в послевоенное время. С конца 40-х, начала 50-х, большая часть новых специальностей была связана с добычей и переработкой нефти, на что определяющим образом повлияли такие события, как открытие первой промышленной нефти в районе Шугурова, затем Дивонской нефти в Бавлах и самое значительное открытие 1948 года большой Дивонской нефти у села Ромашкино, гигантского месторождения, входящего в первую десятку крупнейших месторождений мира. Таким образом, гипотеза о богатых недрах Татарстана, выдвинутая геологами Казанского университета еще в середине 30-х годов, были убедительно подтверждены. В завершении выступления ректор подчеркнул большую роль научно-методического сопровождения академическим сообществом республики масштабных гуманитарных проектов под руководством первого президента Татарстана Ментимера Шаймиева, реализованных Республиканским фондом возрождения памятников истории и культуры. В результате созидательной работы ученых исторические объекты древнего города Болгар и острова Града Свияжск были включены вслед за Казанским Кремлем в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Татарстанские исторические и археологические школы, сформированные в Казанском университете нашими выдающимися профессорами Индусом Тагировым, Миркасымом Усмановым, Альфредом Халиковым, сегодня в коллаборации с ведущими академическими институтами Российской академии наук, готовы к реализации еще более масштабных задач по продвижению истории и культуры народов Татарстана как уникальной составляющей мирового гуманитарного достояния. Камиль Гемоздинов, Универ Ньюс.